Я учился в духовной семинарии и собирался посвятить всю свою жизнь служению Богу. Не скрою, вначале многое меня умиляло. Во всем казался высокий дух благочестия. Нашли месяцы, и я приглядывался к жизни семинарии. И смятение охватило мою душу. Я ближе узнавал облик пастырей, перед которыми нас заставляли раболепствовать. Священнослужители обманывают людей. Без устари твердят, верьте в чудеса Господни. Большинство священников, не веря ни в черта, ни в Бога, прикрываются религией, чтобы строить свои собственные пагубцы. Верующие отдают свои трудовые рубли и копейки на благолепие церкви, на укрепление веры. Но если бы они знали, куда их духовные наставники тратят их деньги, они давным-давно отвернулись бы и от своих наставников, и от церкви, и от самого Бога. Они нигде не работают. Но на средства верующих они содержат прислуг, одеваются в шелка, золото, бриллианты. Правду говорят, каков поп, таков и приход. Дьякона Сироткина часто можно видеть в ресторане пьяным. Устраивает частые попойки и недавний выпускник Московской семинарии священник Калуков. Во время богослужения понравилась ему прихожанка Тамара Смирнова, и святой отец тут же забыл заповедь «не прелюбодействовать». Уже немало священнослужителей порвало с религией. Они не хотят больше обманывать людей. Мне уже 64 года. Жизнь моя подходит к концу. В таком возрасте особенно трудно менять свои убеждения. И тем не менее, я решился на это. Только убедился в полной несостоятельности и ненужности религии. Перестали звонить колокола, опустела еще одна церковь. Никто не хочет входить под ее мрачные своды. Некому призывать людей готовиться к Царству Небесному. Александр Михеевичик тоже порвал с религией. Сейчас он работает токарем на Минском автомобильном заводе, а готовился стать священником. Но Михеевичик смело исправил заблуждение молодости, и жизнь его стала иной. Ушел из Минской духовной семинарии Петр Цыбранков. Сейчас он студент Гомельского педагогического института. Тесно ему стали монастырские стены. Опротивили лживые речи святых отцов. Потянуло его в большой мир труда, радости и вдохновения. Как бы старое, отжившее не было цепким, жизнь остановить нельзя. Побеждает новое, прекрасное, побеждает разум. Увидев попа на улице, но еще оглядываемся. Вернулись, как не уходили. Те же черные ризы, борода и волосы. Почему-то сразу Пушкин вспоминается. Жил-был поп, толоконный лоб. Да не один только Пушкин. Гром гремит, земля трясется, поп на курице несется. Детское народное творчество. А много было таких стишков и считалок. Именно про попов. Про инженеров почему-то не сочиняли. Хотя, надо честно признать, наши знания о них этими стишками и ограничиваются. Как они вообще живут, наши попы? В обновленной демократической России. А, вот еще вспомнил. У попа была собака. Собака!
У меня 2000 рублей. 2000 рублей. Да. Также получает и наш лотник, который у нас здесь помогает, нам в храме очень много делает. Также получает и другой человек, который по хозяйству занимается. Средняя такая зарплата. 400. Вот. Ну и матушка работает. Тебе больше? Нет. Ну, служба по пожертвованию. Вот из этого складывается. То есть сумма идет на ремонт и на содержание храма, штата. Нет, у нас в храме никто зарплату не получает. И я тоже. Потому что храм бездоходный. И, ну, у нас есть такая возможность его содержать все-таки на свои деньги. Ну, у нас ненормированный рабочий день, можно сказать. Он утром ничего не ест, батюшка. Он одевается, умывается, молится. Потом он, если есть машина, едет на машине в храм. Если нет, на транспорте. Тут надо начать с того, что мы вообще, в принципе-то, приучены к тому, чтобы ничего не есть. Потому что обычно служишь службу и где-то после литургии только к трапезе приступаешь. И вообще не положено до того, как окончится литургия, даже если ты не служишь, вот так вот. А потом, когда, наконец, можно подойти к столу, есть-то хочется. День, прошу, какой? Напряжение-то страшное. Волку ноги кормят, вот ходишь. Где-то песок надо достать, цемент привезти. А после этого, когда он вот так наслужился, ему хочется отдохнуть. Ну куда? Он не может. У него гудит голова, ноги болят, ноги все отекли. Он что может? Он только лишь лечь хотя бы на полчасика. Молчание. Полчаса молчания – это наслаждение. В 6:30 встаешь, правила учитываешь, церковь, служишь. Матушка вот стоит в часах, тут последние дни в 4. Где-то, а ложиться приходится, где-то около часа вот так. Вот наш край родной, поселок Елатьма. Раньше это был купеческий такой мещанский городок, вот, со своим укладом, вот, было. Очень много у нас храмов. Сейчас, правда, от этих храмов вот остались вот такие вот руины. Еще такая вот у нас в Елатьме, можно сказать, достопримечательность, не совсем, может быть, даже хорошая. Это интернаты и инвалидные дома. 5000, вот официально, я так вот слышал, жителей Елатьмы, и, наверное, 5000, наверное, будет от инвалидов, потому что здесь сплошные индома, интернаты, детские, взрослые. Священник – это воин Христов, поэтому и одеяние его должно соответствовать воинскому одеянию. Головной убор, ряса, подрясник, вот, ремень должен обязательно быть и сапоги. У людей к священникам такое сейчас вот отношение. Сразу я столкнулся с тем, что где-то за 2 года, 10 раз в храм лазили, в наш дом. То есть все из него практически последнее, что там было, до меня оставалось. Кстати, даже вот такая вот история. Выпьем, что мужичок. На встречу идет женщина, молодая. Видит священника, у нее покаянные чувства сразу возникают. Вот подходит, говорит, батюшка, плохо мне, почему мне плохо? Она подходит, плачет, говорит, батюшка, прости меня, прости. Я вот блудница и все остальное. В час ночи. В Бога верю, вот все вот эти вот попы, кадила, крапила, вот, в церкви не признаю. Я говорю, ну вот поэтому ты не можешь стоять в церкви. Я как имя, я буду молиться, все. А епитархии нет, я не могу вот здесь на улице простить грех, надо в церковь прийти. Вот может здесь видите,
Надо как-нибудь попробовать сходить все-таки. А до церкви она может не дойти? Выпьем, чтобы был человек, а когда протрезвеет, он опять в себя замыкается. Вот покойная Раида Ивановна Шишкина у нас тут, она на клиросе пела. В этом году умерла. В прошлом году к ней влезли двое там, мужчина с женщиной. Ну уж у нее все выбрали там давным-давно. И раз пятый вот за последние годы лазит при ней ночью. Страшно же, да ведь? Вот. И она им говорит: милый, да что ж ты вот это там делаешь? Вот ну как вот ты вот так вот можешь? Что ж ты Бога не боишься? Нет, говорит, этот самый человек, я боюсь Бога. Сейчас, бабушка, я тебя, кошка-то разбитая, я тебе подушкой заткну. И знаешь, миленький, говорит, батюшка, ведь заткнул подушкой, чтобы мне не холодно было. Вот какие люди-то, говорит. Гаису неверно, потому что они тоже как-то бывают на краю жизни и смерти, как часто батюшка бывает, с умершими и всем прочим, и они думают, на всякий случай лучше не связываться. Кто его знает. А потом у меня еще была одна кассета такая, кассета, в которой было записано пение торжественное, тихое, мужской хор поет: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Это кассета «Антигаи». Когда он тебя остановит, включаешь сразу погромче, и он сразу вспоминает: тетя Маша умерла, дядя Коля, там лучше его отпустить. Ну, я, правда, редко употребляю, они и так, да, вот 92-й здесь, они и так, в общем-то, прощают довольно много, иконочку дашь ему. Один бутылку Кокогора спросил, я говорю: знаете, Кокогора никогда не раздаю, и вообще с собой не вожу. Так, прошу прощения, надо заправиться. Нет. Я верю. Чудо ненавязчиво. Оно скромно и тихо. В Касимове у нас есть Успенский собор. И его использовали как склад от райпотребсоюза. Искал я церковного вина. Сидело три женщины. Они меня потом спрашивали: батюшка, да, вот что это такое? Они сидели, работали. Вот. И вдруг, говорит, мы вот почувствовали вот какой-то такой тонкий аромат. Сперва, говорит, ну, вроде так показалось, ну, не может трем человеком сразу вот одно и то же казаться. Вот. Переглянулись, спросили: ты друг у дружка? Да, вот я что-то чувствую такое интересное. И, говорит, вот тут мы, говорит, все стоим, стали как заворожены. У нас, говорит, аж волосы стали шевелиться. А там, на стенах, были такие черные от росписи, черные такие вот квадраты. Вот, то есть со временем все там копать, все это на это. То есть там чернота была сплошная. То есть только видно место, что где-то когда-то здесь была роспись. И они, говорит, стали вот им что светиться. И вот эта вся роспись стала проявляться, ее стало отчетливо видно. И, говорит, нас так это поразило. Вот, что бы это значило? Я говорю: ну это чудо какое-то. Вот. И когда рассказал отцу Владимиру Правдолюбову, благочинному нашего Касимовского района, он за голову, так понял, схватился и говорит: это ведь знак нам. Я говорю: а что такое? А райпотребсоюз оттуда уходит, и нас просят взять эту церковь, но у нас нету сейчас возможностей ее восстанавливать и как-то кого-то сюда ставить священником. А нам вот Господь чудо такое послал, чтобы действительно... И вот ее эту церковь потом открыли. Вот такое это было. У нас чудо в рабочем порядке совершается. Ну, и каждый день. Чудо это вот все вот это вот чудо. Вот то, что живем, чудо, то, что Богу можно служить, то, что дары от Него получаем. Thank you.
Вот у нас здесь две коровы, бык, ну и вот молодняк стоит. Животные такие, вы знаете, я когда-то, вот Господь говорит, что Он людей, как овец и козлищ, разделит. И я как-то, ну, относился к этому спокойно, овцы кроткие такие там и все это. А потом, когда я увидел, что это существа такие, упрямые, злые, это еще, то я понял, с кем он нас сравнил вообще. Вот чего это получилось. Из меня вот работник такой физически-то очень плохой. Я никогда не занимался физическим трудом раньше, до того, как сюда приехал. Вот и матушка у меня тоже, она же это... Я лошадь вот увидел здесь первый раз, то есть так вот, вблизи. Все. И что с ней было делать, я не знаю. Но меня научили, полгода она над нами издевалась там, убегала вместе с санями там. Мы зимой начали ее как бы объезжать. Вот. Выкидывала нас из этого, из телеги. Ну, потихоньку научились, как куда чего. А так она нас, конечно, очень выручает, потому что мы с матушкой 4 года ходили пешком к церкви. Зимой, летом. Ну и, в общем, там уже бывало до слез. Идешь утром по грудь в снегу и в темноте же все. Вот, часа полтора добираешься, обратно идешь со службы опять в темноте. И уже все замело, и опять приходится дорогу прогребать. Так что она нам и лес возит тут. Бывает и кирпич, ну, в общем, все тяжелые работы может выполнять. Там где на тракторе не поедешь, а в лесу, конечно, оно очень большая наша помощница. Помню. Ну, я думаете, я их помню? Они вспоминаются по ходу дела. Нет, ничего сейчас не вспомню, не смогу вспомнить. Идет. Батюшка в шелковой рясе. Его догоняет владыка на автомобиле. Это такой еще анекдот дореволюционный, когда вот эта колесница такие вот с моторами были. Вот, владыка на колеснице вот этот с мотора догоняет. Ну и решил, ведь батюшка в шелковой дорогой рясе идет, решил над ним подшутить. Говорит, отче, с каких это пор апостолы Христовы в шелковых ризах ходить стали? А батюшка не растерялся, говорит, да владыка, с тех пор, как Христос на колеснице поехал. Да вы знаете, ну, наверное, происходят случаи смешные в храме. Тихо, Гуля, подожди, ничего, ничего, сейчас. Мне настолько тяжело досталось вот это священство, что мне как-то, как бы вам сказать, вот... Здравствуйте. Я во время службы практически ничего не замечаю. То есть мне так страшно, что я что-нибудь не то сделаю. Стою в церкви, в алтаре, с отцом рядом недалеко, на службе. Явно, что август, потому что в августе осы и пчелиные волки, эти шершни, летают очень много. Окно открыто, потому что жарко. И вдруг с размаху, по инерции, прямо так вот вскакивает в окно. Знаете, такой пчелиный волк, да? Большая крупная оса, вот такого размера, и она басом говорит, если ужалит ребенка, то он может сознание потерять. У него много яду. Он на лету хватает пчел и их кушает, ест. Только отбрасывает лапки в сторону и крылья. И это очень такая большая, мощная. Там их много, маковеи. И вот он влетел, какой-то молодой, дурной, неопытный, влетел в окно, пролетел прямо к престолу и сел на престоле, ни много ни мало, прямо на Агнец, то есть там, где совершается Евхаристия, там, где Господь Иисус Христос. Он прямо сел сверху, раз, приземлился. А в это время хор пел «Отче наш». Весь не хор, даже народ. «Отче наш» поет. И была пауза поэтому в службе. И отец мог вступить в диалог. То есть, ну, конечно, в монолог.
с этим волком. Он сказал, ты куда прилетел? Ты что, подумал? Да почему? Куда ты сел? Ну-ка, немедленно отсюда убирайся. Ты почему? Думать надо, когда летаешь. Ты куда приземлился? На что ты сел? И буквально через 3-4 секунды он, этот пчелиный волк, вдруг в режиме вертикального взлета поднялся сантиметр на 2-3 над Эрнстом и вот начал вот так вот лапками тереть. Точно так же, как батчики, когда они прочищаются, чтобы на руках не оставались микрочастицы, они их вот так вот тоже над этим, над тарелочкой, над дискосом так вот делают. И он так делал, так вот тоже. И она в окно и вылетела, и увлекся. Как он все понял? То есть он не просто улетел, а он начал вот... Что я тут, простите, и попал, конечно, не туда, и не туда, да, но и... Ну, и не, я все понимаю, я улетаю. Замечательно. В основном-то мы, конечно, вдвоем служим. То есть вот как начали служить 8 лет назад, вдвоем мы были. Конечно, хочется увильнуть очень часто от ноши-то. Выскользнуть как-то из-под нее. И я уже на дозагу хватаюсь, скотиной с этой вот. И вот все время же что-то с ней происходит. Вот тут вот сейчас вот с быком этим вот что-то надо делать. Вот, а что делать? Как бы мы знали, мы же народ-то неопытный. Подарок, ну что ж ты делаешь? Вот а теперь он ее и не убьет еще. Ну-ка давай убирай головку. Как он ее убирает? Подарка? Ну, как же ты ее высунул-то? Ну, батюшку зеленый. Ну, зачем ты меня кусаешь, противный? Как высунул, так и убирай. Ну, что, светлая мечта КГБ, чтобы церковь была вот этим третьим филиалом. Очень хотелось поучиться в Европе, поездить по университетским городам, поучиться там и здесь, как делают вообще все нормальные сейчас церковные деятели. Если ты хочешь получить хорошее место, карьеру и все прочее, то тебе говорили, хочешь стать архиереем, мы тебе сделаем. Хочешь получить хорошее место, пожалуйста, так ты должен работать. Шантажировали, грозили тюрьмой и лагерем. Большинство не соглашалось работать. Но были люди, которые соглашались работать. Меня вербовали 3 раза. Нет. Решительно, твердо – нет. Но после этого предо мной были закрыты все пути. После Академии Духовной я должен был получить приход в священническое место где-то. Потому что это все-таки Духовная Академия, кандидат богословия. Я его не получил. Я был дьяконом целых 13 лет. Господь уважает свободу больше нас в 1000 раз и сверх тысячу раз.
На кресте висел Господь Иисус Христос, справа от него благоразумный разбойник, слева тот, который ругался над ним и смеялся. Этот пожалел, сказал, вспомни меня, Господи, когда будешь в раю. Господь сказал ему, сегодня же со мной будешь в раю. И ведь меня волнует всегда и удивляет вот такой момент. Как же Господь не повернул голову и сказал, разбойник, слева ты. Этот-то со мной, а ты-то что? Почему Господь не агитировал? Почему он не проповедовал? Почему он не простил этого разбойника? Как же так? Давайте по-русски, вместе, втроем. Все, я всех забираю, амнистия, вперед. Нет. Висит Господь, Бог человек, Творец Вселенной, а этот человек слева не хочет. И Господь говорит так, как бы, его волю я уважаю, он не хочет, это его дело. Всяком граде, стране веры и живущих, не Господу помолимся. Господи, помилуй. Поеже, освятитесь водам сим, силой действием и наитием Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Я всегда хотел, ну и думаю, Господь пошлет мне мальчика. Вот. А когда вот Ванюшка появился у меня, тем более я всегда хотел своего сына назвать Иваном. У меня отец Иван. Вот. Дед был, в общем, Михаил, отец Иван Михайлович, я Михаил Иванович, а сына думал назвать Иван Михайлович, то есть такая вот у нас семейная, значит, вот. А тут готовый Ванюшка, Иван Михайлович готовый. Вот сейчас он у нас живет, вот, когда его отпускают на выходные, когда он не учится, на каникулы, сейчас вот у них это живет, проблем не возникает. А вот что вот с Ванюшкой, я говорю, ну опять я говорю, это просто, ну, лишняя забота на нее, поэтому я ее прекрасно понимаю. А там Бог, он укладывает все, он делает все как. Я не думал, что я здесь вот приду в Елать, найду какого-то Ванюшку. А он мне раз, и Ванюшка на голову свалился. Приемыш мой маленький. Где ты мой приемыш? Вот они. Вот они все. Все мои маленькие. Насущный лишь нам вниз, уставим нам долги наш. Як уже мы оставляем должнику нашему, не веди нас в искушение. И избави нас от лукавого, слава Сына Святому Духа, ныне пресны во веки веков. Аминь. Лица любящего Бога, знаем мы еще все пресным знамени. И веселье колоколющих, радости причестные, и животворящих Христа Господа. И по небе и сокровами себе пропятие Господа. Вот в течение 8 лет мы существуем на пожертвования добрых людей. И нам удается с Божьей помощью вот, и много что сделать.
Потому что самое-то главное, конечно, не только вот эти деньги. Это. Мы вместе перед Богом предстоим в молитве. Потому что они просят молиться нас за них. А мы просим их молиться за нас. А уже, в общем-то, жизнь прошла, и столько всего тут событий разных было. И в стране, и в личной жизни, и в жизни моих друзей. Больше 10 выставок, наверное, было вот у нас в нашей группе 20 московских художников. Так-то мы всей вот этой секцией нашей выставлялись раза по три в год. А вот так уж как-то получилось, сложились обстоятельства в стране, что вот это место как бы показывали и зарубежным деятелям, что вот у нас есть как бы оппозиционное искусство, и вот мы были такими оппозиционерами. Вот Алла Пугачева заказала мне пластинку когда-то через фирму «Мелодия». Но я, чтобы не делать ее так обыкновенной пластинкой, я решил такую игрушку сделать. Картину написал и разделил ее на части. Может быть, кто-то там помнит, такой конверт был с двумя пластинками. «Как тревожен этот путь» назывался. Наш мир без литургии, он же существовать не может. Вот эта жертва Богу, который служит в каждом храме, как священник, без этого мир бы давно бы истощился бы, кончился. Вот если бы все батюшки договорились в один день не служить во всем мире, то мира бы уже больше не было. Вот в этот день бы он бы и кончился. А ты мечтаешь о чем? Я мечтала сначала, когда я в церковь еще не ходил, не помогал. Я мечтала быть художником, потому что я скоро, конечно, решу. Рисую лучше всех, поэтому я мечтал художником быть. Но когда я стала церковь ходить, я не хотел, я уже хочу быть батюшкой. Я не избирал эту профессию, это образ жизни, это состояние. Нет, конечно, у меня деды и прадеды, они молились за меня. Я как-то интуитивно всегда знал, что я никогда не стремился ни в космонавты, ни в эти, ни в спортсмены, ни в путешественники. Как у меня было всегда какое-то твердое знание о том, что я, конечно, буду служить. И у меня был выбор, или священником, или просто, как сказать, посещать храм, как мне мои родные и близкие говорили, что, мол, ты еще молодой, зачем себя губить, погуляй, поживи, а там смотришь, к годам 40 и священником станешь. Вот, был такой вопрос, был такой выбор, вот, этот выбор я сделал сам, не жалею. А что бы было, я просто сейчас уверен, что бы было со мной. По моему характеру, я бы просто где-нибудь, или в Чечне, или бы был бы сейчас в Югославии. Не отпускает. Опять я говорю, если бы не было Чечни, не было Югославии, я бы, конечно, все это. А сейчас это как, понимаешь, вот рана затянулась. Раз, вот я когда увидал обгоревших 1 января ребят, ладно, не будем. Костю, погоди, давайте не будем. Сейчас. Я поехал к отцу Владимиру и говорю: батюшка, я гурец. Говорит: что творится? Я говорю: пойду к Владыке,
пусть мне автомат дает, я в Чечню поеду. Говорит, ладно, говорит, ты молись за них, это твое, ты что, говорит, автоматом-то, говорит, ничего там не сделаешь. Это вот первая моя афганская фотография, как только в Афганистан попали, первый месяц службы. Здесь вся семья собралась, можно сказать, в последние свои благополучные годы. Дочка Антонина Анатольевна вышла замуж за Алексея Алексеевича. И вот они собрались, вся семья, после свадьбы вот здесь вот сфотографироваться. Арестовали дедушку Сергия, арестовали Анатолия, арестовали Николая. Они уехали на Соловки. Потом арестовали отца Анатолия, расстреляли его. Отца Николая тоже расстреляли. Эти вернулись из Соловков, и отец Сергий, и мой отец Анатолий. Этого тоже расстреляли, Владимир. Вот в этой епитрахиле служили на нарах заключенные. В 1935-1936 году совершали литургию божественную. Исповедовали и прощали грехи узников соловецких. И отец ее привез оттуда, из Соловков, домой. И когда уже к концу жизни он мне говорил: Сергей, что ты, старший сын, что тебе подарить? Что тебе сделать, отдать на память больше, лучше всего? Я думал, думал, сказал: Соловецкую петрохилию. А вот фотографии, сделанные в Соловках. Три заключенных. Дедушка, отец и брат дедушки, отец Николай. Вот так им разрешили сфотографироваться, эту фотографию послали домой. В Касимов она дошла, где-то с нее копия. Дед был расстрелян в день иконы Божьей Матери в скорбях и печалях утешения 2 декабря по новому стилю. И узнал я тоже из следственного дела, прочитал его с благоговением и целовал. И как нас всех пустили туда, братьев и сестер, нас 7 человек, всех пустили туда в архив КГБ, в этот читальный зал, и там отпечаток его правой руки на бумаге. И мы все перекрестились и целовали отпечаток его правой руки. Это уголовный отпечаток. И мы не знали, что он умер 2 декабря. Когда мы узнали, оказалось, что в этот день память иконы скорби в печалях утешения. Она такая красивая, такая немножко вычурная, такого 19 века, такая вся разукрашенная и непонятная, очень перегруженная там фигурами, неинтересная совсем. Но я сказал, надо сделать такую икону. Эту икону надо сделать, потому что в этот день дед пострадал, его память. Надо заказать художнику. И уже думаю, доску надо сделать такого-то размера, все. И иду с каждым днем по храму, иду, кажу храм, все. И вдруг глаз мой падает на стену, и я вижу, она висит на стене. Оказывается, ее 2 года назад уже в церковь принесли и пожертвовали. Я еще не знал, что в этот день она была расстрелена. А она уже висит. У меня прям волос так, остатки волос. Я думаю, вот это да. Она уже висит 2 года, я на нее смотрю, не вижу. Он говорит, когда ты наконец сообразишь, это же та самая икона. Она готова, и вот она. Уже есть. То есть это действует оттуда, как бы, вот, что вы там спите, давайте действуйте. Почему вы до сих пор не шевелитесь? Почему вы не сделаете, что вы? Вот это вот чертежик, это такая боль моя. Одна из самых основных проблем, которую мне бы хотелось до конца дней своих решить, это возвращение земли церкви Михаила Архангела. И вот этот вот прямоугольник, который здесь вот изображен, ну, тут примерные вот очертания бывших земель, вот, которые были вокруг церкви. Хотелось бы, чтобы было восстановлено, скажем, вот из всего того, что здание церковной школы, церковно-приходской, прежней. Можно было бы и школу художественную какую-то такую летнюю, предположим, сделать. Восстановить кое-что из прошлого. Во-первых, поставить часовни на местах захоронений вот, погибших вот, в 1610 году людей на братской могиле. Это древо, оно помогает ориентироваться у многочисленных родственников родолюбных. И оно показывает, сколько у кого детей, кто когда женился, у кого кто родился. 300 лет последние. И интересно, что статистика... Вещь очень серьезная. Те сыновья, которые у батюшек уходили в науку, уходили в медицину, уходили
в технику, в инженерное дело, они как бы отмирали. У них или не было детей, или дети не женились, не выходили замуж. Это древо, как бы веточка засыхала, отсыхала. Уже не надо было больше оно. Из чего я заключаю, что вообще род наш давно должен был бы вымереть, если бы не служил Церкви Божией. Если он в церкви служит, значит, он имеет какое-то оправдание на существование. Я надеюсь, что Толя с Вовой, мои дети, это поймут и продолжат эту линию. Если где-то что-то забудешь, я тебе подскажу. Давай. Отче наш, иже сей на небеси, да святится имя Твое, да при царстве Твое, да будет воля Твоя, як на небеси на земле, хлеб наш днес. Хлеб наш. Хлеб наш. Насущный. Дай нам днес. И остань нам долги наши, як обмыслом движником нашим, и день на искушение, но бьет от лукавого. Вот, молодец, а ты говоришь. Все нормально. Это наши ребята. Вот я не открою сейчас. Анатолий, откроешь, да? Открой, ладно? Сейчас откроют. Рцем си от сия души и от всего помышления нашего рцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю, Боже, Отец наш, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом господине, отце нашем, святейшем патриархе Алексии, и о господине нашем, преосвященнейшем, архиепископе Михее, и все его Христе, братии наши. Простите, братья и сестры. Thank you.
Многое в России изменилось в 20 веке. Пожалуй, все изменилось, но не они. А ведь не измениться должны были, исчезнуть. Их и до революции у нас не очень любили. Дурной приметой считалось встретить на дороге черноризника. А уж после 17-го года быть священником в стране развитого социализма считалось позорным и смешным. Их травили, подкупали, растлевали, а они уцелели. Образом жизни уцелели. Народ – это язык плюс образ жизни. Язык мы худо-бедно уберегли, точнее, он сам себя уберег. А вот с образом жизни беда. Не знаем как. То как те, то как эти. Одни попы знают. Как жили, так и живут. Они уцелели, как сословие. Сегодня единственное уцелевшее сословие в России – священство. Они не теряли Россию, которую, как принято считать, мы потеряли. Они и есть та Россия.